Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и для кого-то уже появилась, а для кого-то еще нет, подписка на 15 дней на ИСА второго экранированного. Не переживайте, если вдруг на ваших аккаунтах еще нет этой подписки, она появится буквально через час-два, потому что добавляется не сразу у всех игроков. Ну, это факт. У меня тоже, ребят, как вы видите, только на Твинке появилась данная подписочка, на основе и на огромном количестве аккаунтов других тоже пока еще не активировалась, но я не переживаю и знаю, что все будет окей. Что можно собрать за 15 дней и что такое подписка для тех, кто не знает? Просто каждый день, раз в 24 часа, вы заходите в игру, буквально на какую-то одну секунду, даже если не собираетесь играть, и забираете награды каждого дня. Так вы делаете в течение 15 дней и суммарно собираете себе ИСА второго экранированного. Машина очень интересная. Да, пускай в большинстве своем в коллекцию, но играется неплохо. И мне, честно говоря, понравилось как по внешнему виду, так в целом по игровым качествам в том числе. Я вообще любителей каких-либо эксклюзивных машин, и меня не смущает то, что эта машина не 8 и не 10 уровня. Что еще вы будете получать каждый день? Вы будете забирать камо, будете забирать X5, будете забирать бустеры голды, но то, что мне действительно очень понравилось, так это контейнер, который находится на 11 уровне из 15, то есть на 11 день вы получаете себе контейнер с открытками. А в этом контейнере с открытками мало того, что можно забрать себе фоны профиля или аватарки, так еще и можно забрать себе голду. Давайте посмотрим на шансы. Шансы, кстати, ребят, довольно неплохие. Целых 20% того, что вам выпадет либо 100 золота, либо 200, либо 300, либо 400, либо даже 1500. И мне кажется, что простой заход в игру и простой клик для того, чтобы просто забрать халяву каждого дня, это довольно-таки неплохой способ получения дополнительной голды себе на счет. Ну а вы, друзья мои, свое мнение обязательно пишите по поводу этого в комментариях. Да и вообще, в принципе, вы так или иначе имеете возможность собрать себе всякого рода плюшек, и почему бы этим не заняться, раз нам для этого практически ничего не надо. Да, кто-то из скептиков напишет по поводу того, что заходить в игру ради вот этого вот квеста чиф, там где надо победить 30 раз в боях, и плюс к тому, я очень люблю вот эти вот комментарии, в котором пишут в отношении того, что нет ничего дороже, чем наше время, а ведь действительно очень много времени необходимо для того, чтобы зайти в квест. Ребят, философия философией, а халява халявой. И я лично собираюсь эту халяву забрать, потому что считаю, что зайти один раз в день в игру для того, чтобы посмотреть рекламные ролики для получения голды и плюс забрать себе ежедневную халяву, это не так уж и сложно. Ну а мне дополнительные прибыли в копилке, чего, как говорится, и вам желаю. Не переживайте, если вдруг у вас квест еще не появился, повторюсь еще раз, он появится у всех, все будет нормально. Всем собрать все халявы, обязательно мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.